Привет, друзья! Очень рада видеть вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные булочки с корицей из готового слоеного теста. Такие себе синнабоны. Слоеное тесто заранее достаем из холодильника, размораживаем и раскатываем на слегка присыпанной мукой поверхности. Теперь берем сливочное масло и растапливаем его в микроволновке или на водяной бане. Затем добавляем сахар, корицу и хорошенько это все перемешиваем. Это будет начинка для наших булочек. Теперь наносим начинку на раскатанное тесто. Это очень удобно делать с помощью силиконовой кисточки, но можно и с помощью столовой ложки. Наносить начинку нужно по всей площади, немного отступая от краев. Затем сворачиваем наш пласт теста в плотный рулет. И защипываем по всей длине края, чтобы наши булочки не развалились при выпечке. Затем нарезаем их на кусочки. Вот такие получаются маленькие булочки, но при выпечке они очень сильно поднимутся. Застилаем противень бумагой для выпечки и складываем на него наши булочки. Убираем в духовку, готовим примерно 25 минут при 180 градусах. Пока булочки выпекаются, мы с вами приготовим глазурь. Нам просто нужно смешать сыр маскарпоне с сахаром или сахарной пудрой. Лучше всего это делать миксером. Наши булочки готовы, теперь нам нужно их немного остудить, буквально минут 20, и затем нанести глазурь. Это также удобно делать с помощью силиконовой кисточки. Мне кажется, что чем больше нанести глазури, тем получаются вкуснее булочки. Поэтому я ее никогда не жалею. Вот такие они получаются красивые и очень-очень вкусные. Посмотрите, пожалуйста, как булочка выглядит в разрезе. Желаю вам приятного аппетита и уютного чаепития.